Сбитая на дороге дворняжка в поселке Пяйве могла умереть, но ее спасли и оказали медицинскую помощь. Правда, до этого на страдающую собаку неделю не обращали внимания. Спасла животное мурманчанка, которая специально приехала, чтобы разобраться, но в итоге не смогла бросить животное. Кличку Бука дали собаке за красноречивый взгляд, в котором легко читается обида на людей, оставивших ее умирать. Это первая прогулка Буки после операции. К людям юная дворняга относится недоверчиво, и это легко понять. Можно только догадываться, что она пережила за последние дни. За собаку говорит испуганный взгляд. Оксана Анчишкина подобрала питомца на станции Пяйве. Животное неделю ходило с покалеченной ногой, но на страдания никто не обращал внимания. Скорее всего, собака была сбита машиной. Ну, вообще, окончательно непонятен характер травмы. Лапа разорвана была очень сильно, что страшно вдвойне, что в крохотном поселке не могли не видеть собаку. И, как сказал врач, травма ни день, ни два, возможно, где-то порядка недели. Собака с такой ногой ходила по поселку. К сожалению, когда Буку привезли к ветеринару, было поздно. Лапу пришлось ампутировать, но жизнь собаки спасли. После случившегося Бука заслуживает лучшей жизни, уверена Оксана. Ей нужен уход, который не получить в приюте. Потому женщина надеется, что пес обретет верного, неравнодушного друга. Она встала после наркоза, после операции, и сразу пошла по медицинскому кабинету на трех лапах, не заметив, что нет четвертой. Я надеюсь, что ее будущий хозяин окажется человеком мудрым и тоже не заметит отсутствие четвертой лапы. Случай Буки – это редкое исключение. Тысячи сбитых на дороге дворняжек гибнут в страданиях, не получив медицинской помощи. Но у этого пса появился второй шанс.